Детской музыкальной школе номер 2 сегодня подвели итоги третьей окружной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Участие в ней приняли 70 воспитанников самых разных образовательных учреждений музыкального профиля из 15 городов Ямала. На протяжении 3 дней они состязались в 2 номинациях – «Знание сольфеджио» и «Музыкальной литературы». Самые достойные получили заслуженные дипломы и денежные премии. Но самое главное в подобных мероприятиях, говорят профессионалы, далеко не награды. Какой бы ни была одаренность, если к ней не приложен ежедневный труд, то это ничего не будет значить. Поэтому все ребята, которые здесь сидят, это те дети, которые умеют трудиться, и те дети, которые уже сделали шаг в большую.